День добрый, дорогие друзья! Сегодня я вашему вниманию хочу предоставить курицу. Здесь мясо у меня куриное и утиное мясо. Я буду ее готовить собственным соком вот в такой банке. Это, для чего я поставила цветок? Это у меня розмарин. Я чтобы показать, что я приправу розмарин выращиваю в домашних условиях. Я оторвала листочек вот розмарина, петрушечку, лавровый лист. Сейчас посолю, поперчу и сложу в банку. Вот, дорогие друзья, что у меня получилось. Мясо, в общем-то, можно делать по своему вкусу. Я практически всегда меняю рецепты, что вычитываю. И делаю уже по своим рецептурным вкусам. Что-то добавляю, что-то убавляю. В общем-то, каждый может поступать, как ему душа велит. В общем, я сейчас поставила банку на сковородку и закрыла ее крышкой. Здесь будет образовываться сок. И при температуре 180 градусов около часа я буду выпекать. А для гарнира в это время я почищу картошку и поставлю ее варить. Вот, друзья, пока мне варится картофель и мясо в духовке, я приготовлю очень простой корейский салат. Для этого мне понадобятся огурцы, помидоры, красный лук, чеснок, кунжут, смесь перцев и соль. И еще подсолнечное масло или оливковое масло. Сейчас сделаю и покажу. Вот такой салат у меня получился, дорогие друзья. В общем-то, для салатов я всегда использую красный лук. Потому что он салатный лук специально, он не такой острый, не такой жгучий, он более слаще. И очень-очень простой салат, но очень вкусный, рекомендую. Еще раз повторяю, здесь у меня находятся помидоры, огурцы, чеснок, смесь перцев, лук красный, кунжут, и я заливаю все это подсолнечным маслом. Вот, дорогие друзья, что у меня получилось. Вот курица с уткой в собственном соку. Сейчас я соберу блюдо и вам покажу. Вот, дорогие друзья, какой обед у меня получился. Вот картошка тушеная с мясом в банке. И салат, корейский салат. Всем всего хорошего, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. В дальнейшем будет очень много интересных видео.